Еще вчера Тёма плавал в море, была отличная погода. Но сегодня ночью в Ялте горная река вышла из берегов. Утром мы собирались ехать в Севастополь, но из-за потопа мы не можем выбраться из города. Люди с детьми и питомцами пытаются перейти на другую сторону улицы. Но течение настолько сильное, что их просто сносит. Нам с Тёмочкой очень страшно.